Качественные дороги – это прежде всего безопасность. Рабочие Карачаевского филиала «Ямал-Автодор» продолжают трудиться, не покладая рук. За короткое северное лето им необходимо выполнить ямочный ремонт, местами заменить плиты, устранить просадки асфальта. Кроме того, на участке Карачаева-Новый Уренгой они укрепляют обочины. За происходящим наблюдала наша съемочная группа. По тяжестью асфальтобетонного катка щебень послушно укладывается ровным слоем. Это завершающий штрих в укреплении обочины. До этого важный элемент дороги сформировали с помощью песчано-торфяной смеси и уплотнили щебнем. Над реставрацией обочины трудится десяток рабочих. Бригадир следит, чтобы все выполнялось согласно технологии. Только качественная дорога может обеспечить безопасность. Я как бригадир, я личным примером показываю, как добросовестно работает. И показывай младшим поколениям, как надо работать и как трудиться. Только с трудом все получится и получается. Всего за это лето дорожникам на участке Карачаева-Новый Уренгой предстоит укрепить 3 километра обочины. Это обеспечит прочность и устойчивость магистрали. Наша задача в чем заключается? Чтобы беспрепятственный проезд был, безопасная дорога была. Вот основная задача. А туда все входит комплекс работ. И ремонт, и содержание, и покраска, и ямочный ремонт. В зоне обслуживания карачаевского филиала «Ямал-Автодор» участки трассы Пуровск-Карачаево и Карачаево-Новый Уренгой. Текущий ремонт ведется на обоих отрезках дорог. У нас из основных видов работ предусмотрено устранение деформации повреждения асфальтобетонного покрытия на участке Карачаево-Новый Уренгой, Пуровск-Карачаево. В виде ямочного ремонта и устранения просадок. На сегодняшний день полностью объем работы выполнен 100%. Все запланированные работы дорожники выполнят к 30 сентября. Анна Долгушина, Юлия Волоснова, Богдан Жиделев, служба новостей «Импульс».